Улицы. Для каждого города – основа основ. Они связывают территорию в одно целое. Их названия скрывают за собой глубокую историю, изучив которую, можно намного больше узнать о местных традициях. Поэтому именно с историей улиц, в преддверии юбилея города Видное, своих посетителей решили познакомить сотрудники библиотеки в поселке Новодражино. Рады всем всегда и стараемся делать наши мероприятия универсальными для того, чтобы это было интересно и большим, и малым. И действительно, на праздник пришли и взрослые, и дети. Вместе они с интересом знакомились с достопримечательностями Видного, а после приняли участие в викторине. Ведущие называли улицу, а гости должны были угадать, есть ли такая в нашем городе. Меня очень впечатлило то, что там очень красивые улицы, которых я еще не видела, честно говоря. Ну как, желание поехать и самой посмотреть теперь появилось? Да, я очень хочу, да, посмотреть. Больше всего ребят впечатлили красоты улицы Школьной. Она одна из самых старинных и, что уж там скрывать, одна из самых красивых. Находится в исторической части города Видное. Отличается необычностью архитектуры построек и обилием зелени. Я хочу пожелать в этот юбилей, чтобы стало много друзей. У города? Вот. Побольше народу съехалось Видное, чтобы город был дружелюбным. В планах у организаторов мероприятия собрать детишек и сделать выездную обзорную экскурсию в город Видное, чтобы посетить полюбившуюся ребятами улицу Школьную. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.